Салам, ұшақлар, рус тілі 5-інде сенефтем. Бізем 17-інде дәрсіміз бар. Ұшақлар, бұл китабын ақырынды демәлім дәрсіде хамсын пайлашмышам. Бірде бұл дәрс қалды, бұнда сізден пайлашырам. Вә там китабы сізе тәфіл берем. Білерсіңіз ке, қовлықта да каналымда бар. Бірінде дәрсен дөз, ақырынды дәрс әкімі. Вә Говлухта да шахлар еле да язмышам ки 5-нче синеф кырмызы китап. Чөнки бизем 3 китабымыз бар 5-нче синеф. Хамсында рәңгенә күрә фәркләндерелик. Демәли, мави китап, кырмызы китап вә яшыл китап да бар шахлар. Она күрә дә бу җир язмышам говлухта. Гәлен инде 17-нче дәрсебезгә кечәй вә бер хайшым да бар. Бу видеолардан хушыңыз келерсе, әлбәттә ки абоне оларак, пайлашарак, лайк атарак, әлбәттә ки шәрх атарак, маңа дәстәй ола белерсең, шахлар. До первого дождя. Беренче яхшы кеме, келен бурда мәтен бар вә охуя тәрҗемә итәй. Таня и Маша были очень дружны и всегда ходили в школу вместе. Один раз, когда девочки шли по улице, начался сильный дождь. Маша была в плаще, а Таня в одном платье. «Сними свой плащ, мы накроемся вместе!» – крикнула Таня. «Я не могу, я промокну!» – ответила Маша. В школе учительница сказала, «У Маши платье сухое, а у тебя, Таня, мокрое. Как же это случилось?» «У Маши был плащ, а я шла в одном платье», – сказала Таня. «Вы могли бы накрыться плащом», – сказала учительница. «Видно, ваша дружба до первого дождя». Обе девочки покраснели, Маша за себя, а Таня за Машу. До первого дождя дедим кеме, беренде яхша кеме, не я беле бу мэтн адланар кенен, демеле тарджуме идэй, ондан сора да белярик ким, бу джумля не я дейлив. Таня и Маша были очень дружны, всегда ходили в школу вместе. Таня и Маша хэмше мигрибан иди, вэ бир ерде мэхтэбэ гидрдилэр. Один раз, когда девочки шли по улице, начался сильный дождь. Бир гюну мэхтэбэ демеле гиденде, яни чайнен, Яғыш башлады. Вә мөйчам, яны яғды. Маша была в плаще, а Таня в одном платье. Маша да, демәлі, плащ кеймішті, Таня да бір дондайды, плащы йоқыды. «Сними свой плащ, мы накроемся вместе!» – крикнула Таня. Таня деді ки, плащыңы чығарт, вә оны өрте үстімізе исламияқ. «Я не могу, я промокну», – ответила Маша. Маша да деді ки, мен еді білмерам бұны, чонки мен истанарам. В школе учительница сказала, «У Маши платье сухое, а у тебя, Таня, мокрое. Как же это случилось?» Мен тогда мәлім сұрышты ки, Машаның дону демәлі палтары. «Исламып құруды, бәсен не я донын исланыпты? Неде олды белі?» «У Маши был плащ, а я шла в одном платье», – сказала Таня. Деді ки, онда да кыз деді ки, Таня, Машаның плащы бар еді, ама мәнім йоқ еді, да, яны мен бір, немәлі, донда едім. «Вы могли бы накрыться плащом», – сказала учительница. «Сіз плащы, демәлі, үстіңізі ата білердіңіз екенізді. Видно, ваша дружба до первого дождя. Көрінір ке сізін, бұл дослуңыз бірінде яғыша кемеймш». Обе девочки покраснели. Икі қызда қызардылар, яны утандылар. Маша за себя, Маша өзіне көрі утанды, Таня да за Машу. Таня да Машыя көрі утанды. Бақ белі ұшақлар. Аға, здесь «сними», «чығарт» демейді, яны плащы «чығарт» демейді. Бұрда «накроемся», үстімізе атардық. Промокли исландылар, покраснели қызардылар. Вән ұшақлар бұрда демәлім, Это надо знать, местоимение «әвәзлікті». Бұрда шеер бар, «я», «и мы», «и ты», «и вы», «он», «она», «оно», «они» – все слова отличные. Важные и личные – это без сомнений. Все местоимение. Бұрда шақсы «әвәзлікті» әрекюре. Демәлі, белә бір шеер бар. Кечай ұшақлар, так, икеді шывай шәкілді әді. Бұрда, келің бақақ. Aha. Demeli, bu ikinci tapşıqda uşaqlar. Şeir var və bu şeirdə, deməli, biz deyinəməliyik. Oxuyaq və deyir ki, mistəyəmeniyalar. Найдите в нём местоимениялар да язмалыйык. Если я сорву цветок, если ты сорвёшь цветок, если он, и я, и ты, если мы сорвём цветы, то окажутся пусты и деревья, и кусты, и не будет красоты, и не будет доброты. Если только я и ты, если мы сорвём цветы.
Собакины чередом. Это ерки хансы. Бурда эвезликлер бар. Я, ты, он, я, ты, мы. Так, и не будет. Я и ты, де. Будьюр язырсыңыз. Вя бурда ушақлар. Это надо знать. Кайдам неде. Демәлі, шақсы эвезликлері білерсіңіз ке, кто суалына жабап вер. Я, ты, он, она, мы, вы, они. Мен, сен, о. Бұрда кіші денсін айтты, ана, о, ғадын денсін айтты, мы, біз, вы, сіз, они, онлар. Вә каво суалында демәлі, каво дейірейсе ұшақлар, родительный падежда неде дәйшір? Я олур меня, ты олур тебя, он олур его, она, ее, мы олур нас, вы, вас, они, их. Демәлі, каво? Меня, мәне, сәне, оно, де, будьюр, демәлі, родительный падежда олур. Яне, бұрда родительный падежда душақлар. Ага. Ответьте на вопрос, как тебя, его, ее, вас зовут. Используя местоимение данные справа слова. Ушақлар, бұрда нейна мәлісіңіз? Мәселен, бұрда белі бір суалар бар. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Сенің адың нәді? Как его зовут? Оның ады нәді? Как ее зовут? Как ее зовут? Дейсіңіз? Оның ады нәді? Яғни, гадын. Гадына айт оланда ее дейір. Его да кіші. Денсіне айт оланда. Как его зовут? Оның ады нәді? Как ее зовут? Оның ады нәді? Гадына. Вә как вас зовут? Оның ады нәді де? Демәлі, бұрда белі суалар. Вә белі яза білерсіңіз. Меня зовут Антон. Мәнім адым Антонды. Тебя зовут Виктор. Сенің адын Викторды. Вас зовут Анна. Сізін адыңыз Анна. Его, онын ады. Его зовут, мәсәл, Олег Иванович. Оның ады Олег Иванович. Ее зовут Нина Ивановна. Оның ады Нина Ивановна. Көрсім, ее қадын денесіне айт оланды. Его да кіші айт оланды. Будьюр, яза білерсіңіз. Ондан сонра, дөртті ұшақлар, ответьте на вопросы. Как тебя? Тебя зовут Хагани, ұшақлар. Бұрда неде язырсыңыз? Тебя зовут Хагани. Вә, белі бір нечеде суал өзімізді. Мәселен, дейірсіңіз ке, да, меня зовут Хагани. Сонра, его зовут Сабир, дейірсіңіз ке. Его зовут Сабир, соршылар, оның ады Сабир. Да, его зовут Сабир, дия бұджур яза білерсіңіз. Демәлі, бұрда, ұшақлар, тебя зовут Хагани, сән адың Хагани деме дейінде, да, уже бұрда тебя ек, чүнкі соршылар, мән кағыз көтірім, ұшақлар. Там сізі айдын олсын. Номер 4. Бізден соршу, мен бұны язмырам, язырам ке суал. Демәлі, ответі на вопросы дейір, чүнкі біз бұл суалара жабап вермәлі. Тебя зовут Хагани, бізден соршу, сәнің адың Хагани еді, мен язырам мәселен. Да, бәлі, меня зовут Хагани. Хагани де, бұджүр язырам. Сонғыра, икі де язырам. Его зовут Сабир, оның ады Сабир дей, соршу. Дейірішке, бәлі, да. Его зовут Сабир. Сабир дия. Тебя зовут Эльмира? Дейрихке, бәлі. Да, меня. Сен адың Эльмира, ты соршу. Бізді демәлі ке, бәлі, мәнім адым Эльмира. Да, меня зовут Эльмира. Эльмира. Сонра дөртті язырық. Ее зовут Сабина? Соршу ке, оның ады Сабина дымы? Дейрихке, да. Ее зовут Сабина. Сабина. Ага. Сора бешта. Как вас зовут? Бұрда уже өз адыңыз язырсыңыз. Как вас зовут? Меня зовут. Вә, әркеш өз адың языр. Сонра, вас зовут Света? Соршу, сізін адыңыз Света адымы? Языр, язырыхке. Да. Ага. Меня зовут Света. Дия, бұджур язырық. Сонра, еді да ұшақлар. Вас зовут Тамерлан. Сізін адыңыз Тамерланды мы? Дейірген, язырам ке. Да. Меня зовут
Тамерлан. Тамерлан. Я язран. Сонгра. Как их зовут? Онларын ады соршыр. Инде бурда белядиэхтэ бацы кардаш олсун. Я да ики бацы олсун. Как их зовут? Соршыр. Онларын ады нэли? Яза беляли ки их зовут. Их зовут. Берин нады мэсэлэн олсун. Аня. Их зовут Аня и Оля. Bu cürde yaza bilərsin uşaqlar. İlk zavut Anya, İlk Olya. Çünki onların adını istəyir bizdən. Görsədirəm tam. Yaza bilərsiniz uşaqlar. Və keçək burada 5-də. 5-ci tapşırıqda uşaqlar neyinirik? 5-ci tapşırıqda biz... Так, найдите и исправьте ошибки, дополните предложения. Uşaqlar, ama biz burada, məsələn, Bir neçədən, 4-də 5-ə keçməmişdən, burada deyib ki, deyilir ki, bir neçədə sual biz yazmalıyıq. Da, buna oxşar, gəlin yazaq. Məsələn, belə yazaq. 1-2 sual biz də yazaq. Məsələn, Tibə zavud Anar. Sənin adın Anar. Aha. Məsələn, yazaq ki, Vaz zavud Вас зовут Нина. Bu cür yaza bilərsən uşaqlar. Yəni, burada tam elə çətin deyil uşaqlar. Bu cür özünüzdə suallar yaza bilərsiniz. Aha, indi 5-ə keçək. Burada da deyir ki, у меня есть дядя. Və burada yazırsınız ki, у меня есть дядя. Его, onun adı. Çünki дядя kişi xeylağına aid olduğuna görə, kişi cinsinə də aiddir. Ona görə, мужской род olduğuna görə дядя. Nə yazırıq? Yevo yazırıq. Biz yo yaza bilməyik. Dədə, yəni əmi deyən. Asker deyəndə böyük yazırıq uşaqlar. Çünki bu addır. Yevo zavud asker. U tibə yes tətya. Tətya burada balaca hərflə yazırıq. Çünki burada bibidir, də mamadır. Bax, deyirik məsələn. Ona görə də xaladır. Ona görə də balaca hərflə. U tibə yes tətya. Xalan varmı məsələn? Bibin varmı deyə. Как ее? Burada уже kadın cinsine aid. Düzdür mü? Уже ее. Как ее зовут? Aha. Sonra, это мой старший брат. Брат da kişiye cinsine aid olduğunu biz его yazırıq. Его зовут, ama Vagif əlbəttə ki, büyük hərflə yazmalıyım. Onun adı Vagifdir. Это твоя младшая сестра? Bu sənin balaca bacın mı deyə burada balaca hərflə yazırıq. Da младшая сестра, kiçik bacıdır. Aha, kadın cinsinə aid olduğuna sistra yiyo yazırıq. Kaq yiyo zavud, onun adı nədir? Unix yez druq, druq da dostu və onların dostu var. Druq da balaca hərflə yazırsınız uşaqlar. Və yivo zavud, çünki druq kişi deməli cinsinə aid olduğuna yivo zavud Tilman deyə, onun adı Tilmandı deyə bu cür yazırsınız. Burada da uşaqlar, kto deyiriksə, Bilirik ki, bu şəxs əvəzlikləri. Radicilini padəcdə necə olur? U kavo deyiriksə. Deməli, biz soruşuruq. U kavo yes də, məsələn, deyirik ki, kimdə var deyiriksə. Məsələn, deyək ki, u kavo yes məc. Belə bir sual verə bilərik. U kavo yes var. Məsələn, kalkulator. U kavo yes kalkulator deyə biz bir sual veririk. Kimin kalkulatoru var? Düzdür mü? Necə cavab verməliyik? Məndə varsa... Я, düzdür mü, məndə varsa, mən deyirəm, у меня есть калькулятор, deyə bu cür deyirik. Məsələn, у тебя есть калькулятор, sənin калькуляторын var, у него onda калькулятор var, məsələn, у нас bizdə var, deyə bu cür işlədə bilərsiniz. Deməli, у меня... Есть калькулятор, məsələn, у меня есть компьютер, mənim компьютерim var, у меня есть мяч, deyə. Məsələn, sonra, у тебя deyiriksə, səndə, у тебя есть калькулятор, у тебя есть компьютер, у тебя есть мяч. Sonra, у него есть, onun nəyi var, məsələn, у него есть словарь, у него есть брат, у него есть сестра, ya da дядя, bu cür işlədirsən, uşaqlar. Sonra, у нее есть, məsələn, деньги, у нее есть тренер, у нее есть планшет, у нее деньги, deməli, burada
қадын жынысына айт олыр. У нас, бізді дейлесе, у нас есть, мәселен, время, бізім вақытымыз бар. У нас есть книга, бізім китабымыз бар. У вас, сізді, у вас есть калькулятор, дейе бірі суалда кімі бере білер. У вас есть калькулятор, дейе. Сізден калькуляторыңыз бар ма? У вас есть калькулятор, дейе. Бұл жүрді. Хәмі суал вере білерсіңіз, хәмі де жүмлә кімі іштеде білерсіңіз. У них, онларда, у них есть калькулятор. Яда суал кімі сорша білерсіңіз ки, у них есть калькулятор, оларын калькуляторы бар ма, дейе, мәселі. Хәр бір демәлі, хәмі жүмләді, хәмі суалда іштеде білерсіңіз. Ұшақлар, кечей нөбәті сәйфемізе. Так, алтыншы тапшырықтан, прочитайте, употребляя слова из скобок в нужной форме. Ушақлар, бөлік бір демәлі мөзуды, 17-ci дәрсіміз. Ола білер 2 бөлімден де ібарет ола, чүнкі бір видеода ола білер ке сығмасын, ona göre de, yani сығыштырсам белә дейек де, onda мән демәлі hamısın bir dərse izah edərəm, yoxdursa onda 2 demeli hissedən ibarət olar bu dərs. Aha, çünki çox böyük mövzudur. Прочитайте, употребляя слова из скобок в нужной форме. Burada nümunə verilib, Arif, u, ty, есть портфель. Arif, у тебя есть портфель. Ты, necə, у кого deyirik, родительный падеж, ты, necə dəyişir? У тебя. Deməli, Arif, у тебя есть портфель? Arif, sənin çantan var mı? Deyə. Medina, u, ty, есть телефон. Biz nə yazmalıyıq uşaqlar t-nin yerinə? Aha, tibia. Medina, u tibia yes telefon? Medina, sən telefonun var mı deyə? U tibia deyə işlədir. Gəlin, yazaq uşaqlar onu. Mən hamısını yazmıram. Mürtəzənin içində olanları yazıram. Aha, nömrə 6 deyirəm və yazıram. Və burada bir də yazıram. Tibia. Medina, у тебя есть телефон, дия? Sonra ikide. Aha, u, on, necə dəyişir? Него. У него есть краски. Onun boyaları var mı, дия? У него yazırsa. Ana necə dəyişir uşaqlar? Ana нее dəyişir. Kavu, нее? Deməli, biz yazırıq. Aha, biz yazırıq ki, у нее есть учебник, onun dərsliyi var. У нее, нее deyən yazırsınız. Dördüncü cümlədə, вы dəyişir, necə uşaqlar? Вас. Deməli, у вас есть словарь deyə yazırsınız. Beşdə, мы da dəyişir, нас. Deməli, у нас есть собака, bizim itimiz var. Sonra altıda yazırsınız, они, них olur. У них есть друзья. У них есть друзья? Onların dostları var mı? Deyə soruşur. Sonra 7. Ali, ты deyəndə bilirik ki, тебя. У тебя есть компьютер? Ali, sənin компьютерin var mı? Deyə burada тебя deyə olur uşaqlar. Bu cür yazırsınız. Tak, keçək indi burada uşaqlar tam görsə də bildim sizə. Aha. İndi burada kamu deyə. Kavo deyiriksə radicilni padejdə, kamu deyiriksə datilni padejdə necə dəyişir uşaqlar? Kamu deyə sual verilir, kimə deyə və deyirsiniz, məsələn, yadısa mni, mənə, tibi, sana, yemu, ona, məsələn, ye, elə eyni, nam, bizə, vam, sizə, im, onlara deyə. Və məsələn, day, mni, karandaş deyə bilərsiniz. Day, što, karandaş, məsələn, belə. Day, Кому мне, дия, сіз суал вер. Дай мне карандаш. Мана карандаша вер. Дать тебе книгу. Саған бұл китабы верем ме, дия, соршыр бұрда. Дай ему ручку. Дай ей пенал. Дай нам. Дай, яни вер. Яда дать, яни верим, демекті. Бұл жүр, іште де білерсіңіз. Вя бұрда 8-де ұшақлар. Дай мне чорный карандаш. Бұрда суал неде вере білер, ұшақлар. Дать што? Дать что? Чёрный карандаш, мәселен. Я да суал верә білерсіңіз ки, дать кому? Дать мне, дия. Бұл шәкілдә суаллар верә білерсіңіз, ұшақлар, бұл швай шәкілдә. Мәселен, дать что дейрейсе? Что? Деməli, нәй верім дейір саңа? Карандашы, мәселен. Дүздің әм? Қара карандашы. Я да белә суал верә білерсіңіз. Дать кому?
Чиме вермей лазымды? Мне. Кому? Мне. Дейшсіңіз. Бұчыр, дайте нам домашнее задание. Бізе ев тапшығы берін. Дайте что? Домашнее задание. Дайте кому? Нам. Дея бұчыр. Дай ему книгу. Демәлі, она китабы вер. Дай ей акварельные краски. Она, демәлі, боялары вер. Дай им журналы. Онлара журналлары вер. Дать вам ручки. Сізе кәлемләрі верим. Дать тебе фломастер. Фломастерләрі верим. Сана. Дать ему диски. Демәлі, кому диски? Кімі верме? Ему, она. Демәлі, дать что? Диски. Дать кому? Ему. Дея, бұл шәкілді, яғни, елі білдім ке, изах еді білдім сізе. Кечай 9-да, ұшақлар, прочитайте, ставя слова из скобок в нужную форму. Бұрда да еніше, мәселен, дать ты олурса, дать. Ты олур тебе. Дать тебе мяч. Дея язарсыңыз. Гәрі, он да яза, ұшақлар. Так. Бақырсыңыз. Мен она көре яздым ке. Мәселен, я неде дәйшір. Я дательный падежда мне олур. Ты тебе олур. Бұ қайда дәфтерінде, ұшақлар, язын ке біләсіңіз. Лазым оланда баға біләсіңіз. Он ему олур. Она е, мы, на. Вы, вам, они, им. Бұл жүр дәйшір. Бұлна бақарақ, демәлі, бұл 9-ші тапшырығы сіз яза білерсіңіз. Мен де мөтерезен ісінде оланлары язым. Так, первое. Дать. Демәлі, видеоны да дайандыра білерсіңіз. Өзіңіз қараламада язым. Ондан сонра баға білерсіңіз ке, дүз язмысыңыз. Йоқса, йоқ шоқлар. Бұрда яздырық. Дать тебе мяч. Тебе. Топу берем саған. Сонра, дай он олурса, дай ему карандаш. Дай ему карандаш. Карандашы вер. Сонра, вы олурса, нече олур? Вам. Дать вам журнал. Четвертый. Дай мне словарь. Маңа люғаты вер. Сонра, беште. Они олурса им. Дайте им расписание. Онлара джедвәлі верин. Сонра, дать уже она олурса ей. Түздімі? Дать ей учебник. Яғни, мәселен, бір қыз ұшағына вермей лазымды вә дейлер ке ей. Түздімі? Яда олсын, мәселен, мәліме она китап вермей лазымды дейлесе, бұл жүр язырық ей. Дайте мне ответ, маңа жавап верин. Мне язырық. И восьмой язрах дать. Дайте мы, дианда, нам время. Биза вахт верин, дианда. Бучур язрсан шахлар. Докузда. Ага. Инди кечай. Гелин кечай инди. Онунжу тапшырығымыза. Онунжу тапшырықта шахлар. Бурда язрсаныз. Демәлі. Он, тебе, вы, им, ей, мы, ему, нас, его, вам, их, ты, вас, нам, она, тебя, ее, они. Ушақлар, бұны там шәкілді, демәлі, яза білерсіңіз. Кто, хансы, хамсы әвәзіклерді, вә яза білерсіңіз. Кто дегенде шәкс әвәзіклерді яза білер. Сонра, кого дейлейсе, бұрда родительный падежі айт оланлары язырсыңыз. Кому дегенде дательный падежі айт оланлары язырсыңыз. Яни, бұрда, мен, гәлін, бір ерде язақ, ұшақлар. Өзіңіз да оны яза білерсіңіз, білерім ке чәтін. Дейл. Так, десяте. Бұл жүрде яза білерсіңіз, бақ. Ұшақлар, кто, кого и кому. Кому? Родительный, дательный падежда, именительный падежда. Мәселен, я, меня и мне. Түздімі? Сонра, ты. Кәне хамсын язақ. Ты, он, она, мы, вы, да они. Сора, кого дейлейсе, бұрда язырық, тебя. Сора, кого, его, сора, ее, нас, вы олур, вас, бұрда олур, их. И дательный падеж, да нече олур, кому, мне, тебе, ему, ей, нам, вам и
им. Бақ бұл жүр язырсыңыз, лап қайда дәфтеріңізді язада білерсіңіз, яныңызда сақлая білерсіңіз. Кечай нөбәті тапшырығымызды ұшықлар, 11-ді тапшырығымызды. Демәлі бұрда. Прочитайте текст, вставляя вместо точек нужные слова. Составьте текст, в котором можно употребить данные местоимения. Демәлі бұл әвәзіклерінен біз өзіміз, демәлі жүмлелер құрмалық, ама бұрдакі жүмлелері тамамламалық. Это, так, мой друг Али. Бұрда язырық, бұл мәнім достым. Мой. Нүктелерінің еріне мой. Бұл мәнім достым Әліді. Ему 11 лет. Оның 11 яшы бар. Ему. Он ученик. Чөнкі Әлі мұрской роттады. Дүзді ме? Оғланды. Вә язырық он. Аға. У него есть брат. Оның қардашы бар. Неде язырық? У. Сора язырық. У него есть брат. Оның қардашы бар. Его зовут Сархан. Оның ады Сарханды. Бұл жүр язырық. Инді өзіміз шақлар. Бұлар да верілікті. Бізді ақтелі жүмлі құрмалы. Кәрін инді язақ. Так. Номер 11. Язах. Это моя подруга, мәселен язах Оля. Это моя, бо мәнім рафикам Оля. Да. Это моя подруга Оля. Маяны штаттей. Сора. Язах. Ей 11 лет язах. Ей 11 лет. Он 11 яшы бар. Ей штаттей. Сонра. Она ученица. Она ученица. О, шакирты. То есть, знаем, яздых. У нее есть сестра. У нее есть сестра. Она бадиса варды, я язырых. То есть, знаем, у нее, да. Я язах. Ее зовут Таня. Она надо Таня, да, де. Амсанда иштетты ушаклар. Будюр, яза билерсеніз. Келін енді кече 12-ci тапшығы. Бұрда найдите в рассказе до первого дождя местоимения. Задайте к ним вопросы. Употребите эти местоимения. Ага, так, в предложение. Демәлі мәтіндәкі біз местоименияларды, да, әвәзіклері таппалы ұшақлар. Келін бақақ. Таня, Маша были учи, всегда ходили в школу. Один раз, когда шли по улице. Так, Маша была в плаще, а Таня... Мы, ушахлар, так, я не могу, я промокну, в школе у Маши платье сухое, у тебя, так, мокрые. Как же это случилось? Я шла, вы могли бы накрыться плащом, так, ваша дружба, до первого дождя оба девочки, так, и за себя. Да, ушахлар, инди бахам, демели, мы, я, у тебя, вы, ваша. Бах, ваша, шахлар. Ваша, сидин, вяз себя. Ваша бурда притяжательная, местоимение, да, себя, да, возвратная, да. Булан хамсы әвәзлихти. Ага, олары язырсыңыз, вяз кәлін инді джүмлелер құрак, шахлар. Инді кәлін джүмлелер да құрак, язах. Кәғіз көтірім. Так. Инді язырық. Так. Демәлі, таптығымыз әвәзіклерлі. Біз, демәлі, бір нече жүмлі құрақ ке там олсын тапшырығымыз. Мәселен, яза білеріш ке, мы пашли в лес. Біз мешіге кетті. Мы пашли в лес. Я яза білерік. Сонра яза білерік ке, я люблю цветы. Мен гүлләрі северім. Я люблю цветы. Я люблю цветы. Хәмі таншырам, хәмі тәрцімейдірам. Ушақлар чәтінде бірден. Бәлә сәфлер олур. Так, я люблю цветы. У тебя красивое платье, дия білярисяны. Чок юзель доным вар. У тебя красивое, красивое платье. Сора я забілярски. Бәлә суалынан да сорша білер. Мәсәл, суал я забілярик. Сіз киноя кетерсіңіз, мен дия, вы пойдете в кино. Вы пойдете в кино. Угу. Бұл жүр яза білерсің, ұшақлар.
Әді өз демәлі істәдіңізі әлбәті ке яза білерсіңіз жүмлелері. Мән нүміне верірім сізі. Аха, бұрда да ұшақлар, демәлі, напишите слова под диктовку учителя, подчеркните слова, которые не переносятся. Хансы ке сәтірден сәтірі кешмір. О сөздәрі біз таппалы ұшақлар бұрда. Демәлі, работа кечір, тебя кечір, мая юқ ұшақлар. Айне да олма сәтірден сәтірі пальто де. Демәлі, олар дождь олмаз, его олмаз, него олар песня, майда олмаз рыба, бе нее да сәтірден сәтірі кечірмей олмаз. Кете 14-де ұшақлар, бұрда составьте предложение с данными местоимением. Әвәзліклер беріліп, меня, мне, тебя, тебе, его, ему, ее, е. Бұларынан да жүмля құрмалы ұшақлар кәлі. Аха, 14. Так, 14-де, мәселен, меня и мне язық. Мәселен, мәнім адым Сашады, мәнім 13 яшым бар, дия яза білерік. Меня зовут Саша. И язық ке, мне 13 лет, дия яза білерік. Сонра, тебя. Язық ке, сәнін адын Оля, тебя зовут Оля. Угу. Да? Тебе язах 12 лет. О, некий яшин бар. Зора его. Язах ки ону надо анарды. Его зовут. Я да башка бер ады яза билярсан шахлар. Анар. Да? Ему онун он яши бар язах. 10 лет. Ве ее ей. Мәсәл, дейрик ки ее зовут Фатима. Фатима. Ей 11 лет олсун. 11 яшы бар. Бұл жүр яза білерсіңіз вә іштәді білерсіңіз ұшақлар. Енді бұрда бізім қайдамыз бар. Ұшақлар бұрда фейлі айтты, глагол фейлді. Вә кто? Бұрда мәстер формада берілік. Неопределенная форма, начальная форма де. Что сделать? Родиться. Ұшақлар бұрда мөртәзәді демәліп. Бұрда неде ұқыныр, тәләфіз еділер, о язылып. Родиться, дейрік. Жить, родиться, доғылмақ, жить, яшамақ, учиться, ұқымақты. Вә ендеке заманда неде олыр, неде дәйшір шақлар. Я родился. Бұрда што сделал? Бұрда кіші мұрской рода айты, што сделала? Суал бери. Что я что сделала? Родилась, доғылдым. Бұрда уже қадын денсіні айтты. Что я что делаю? Я живу. Мен яшира. Мен едірам? Яшира. Я учусь. Мен оқуырам. Сонра ты. Неде олыр бұрда? Ты что сделал? Родился. Сен не айттың? Доғылды. Я ты что сделала? Родилась. Ты родилась. Ты живешь. Ты учишься. Сен демәлі, яшыйырса, сән оқыйырса. Он ана дейрейсе, што сделал дия суал жабап бер. Он родился, ана родилась дия. Так, живет. Мәсәлін дейрсеңізге, он живет, он учится. Ана живет, ана учится дия. О, яшыйыр, дем бұрда қадын, хәмі кішеденсіне айт олыр. Бұрда мы сделали. Мы что сделали? Родились. Мы что делаем? Живем, учимся. Вы что сделали? Родились. Что делаете? Живете, учитесь. Они не те олур. Они что сделали? Я суал берися. Они родились. Они живут, учатся. Ушаглар, гайданы мен бу демели гайдаларда вар орда. Демәлі, ендеке заманда неде дәйшер, неде язмақ лазымды. Олары, иншалла, бұл видеоның алтында, әлбәтті кешәр бөлмәсіндә, о қайданы, демәлі, линкін атарам, бақарсың ұшақлар. Келін, енді, кетчай 15-ді тапшырығымыза. Бұрда, закончите предложение, используя слова в Шеки, Шакида, в Баку, Бакида, в Тбилиси, Тбилисида, Сальяни, Сальянда, Стамбулда, в Минске, Минскта дияри. Вя бурда да неде яза билярсан ушақлар. Бурда да чатын дейл. Ты родилась, мәселен, яза билярсаныз ки, в Шеки. Сән Шакида доғылмусан. В Шеки дия язырсаныз.
Ты живешь, например, бурда я застанусь мысай. Щаки. В Щаки. Ты родилась в Щаки. Ты живешь в Баку. Я забелярсанус мысай. Ты родилась в Щаки. Сян Щаки да доголмуса. Ты живешь в Баку. Сян Баки да яширса. Она родилась в, мысай, язырсанус ки Тбилиси. Тбилиси. Бу сөздәле, бу олар иштәдерсәңез. Она живет в, мәсәлән, яза белярсәңез ки, Минске. В Минске. Он родился в Баку, мәсәлән, яза белярсәң. Он живет в Стамбуле. Стамбулда яшыр. Мы родились, мәсәлән, в Щаки. Мы живем в Сальяне, ди. Вы родились, например, вы родились в Минске. Вы живете, мәсәлән, Баку. Они родились. Олар доғылды, мәселен, дей Сальянда. Они живут, мәселен, Минске. Минске-та яшыйлар ама. Бұ дүр яза білерсің, ұшақлар. 16-да задайте вопросу к словам «учусь», «живем», «родилась», «родился», «живешь», «учишься», «учится». Составьте с этими словами предложение. Гелен, язақ, ұшақлар бұрда, да? Сейчас көтірі. Так. Да. «Учусь», «живем». Яза, суаллары даянда. 16. Ага, учусь, живем, родилась, родился, живешь, так, учишься. И учиться, ухуюр, учиться. Демяли, учусь. Я что делаю? Я учусь, да? Что делаю? Учусь. Зюрстерам, чёльдан, сяскель, шахлар, ойнюрлар. Так, что делаем? Живем. Что делаем? Сора, родилась. Я что сделала? Родилась. Что сделала я? Родился. Что сделал я язр? Живешь ты, Ирися? Ты что делаешь? Живешь. Что делаешь? Я шеешь сам, да, Яня? Так. Учишься. Что делаешь? Так, учишься. И он что делает? Учится. Что делает? Учусь, дюзгюн шекельда язырсыңыз. Ве, келин инди чумлелерді курах. Мен көрсетім бұны там, сіз яза білесіңіз. Ве, келин инди чумлелер курах. Тапшырымыз там олсун. Так, мәселен, язақ ки, я учусь в университете. Я учусь. Университете. Университетте оқырам. Мәселен, язақ ки, мы живем в Москве. Біз Москвада яшыр. Мы живем в Москве. Сора яза білярик ки, я родилась в Баку. Я родилась в Баку. Дия язырах. Сора я родился в Габале. Мәселен, Габаляда я тоғылмышам. Я родился в Габале. Бучур язырсыңыз. Сонра. Так, пятая. Мәселен, язақ ки, ты живешь в Киеве, дия соршурам мен. Сен Киевте яшыйсан, дия. Ты живешь в Киеве, дия мен суал бере білерем. Сонра, ты учишься в лицее, дия соршақ, да? Сен лицейда оқырсан, ты учишься. В лицее. Сура я забелярики. Он учится в гимназии. О, гимназия это охуй. Он учится в гимназии. Почур я забеляри шахлар. Ага. Келин инди кечай шахлар. Так, 17-нче тапшырыгымыза. 17-де. Так. Там Гюрсе да бельдим сте. Угу. Да, язах
Он еды, да. Подберите антонимы к словам. Составьте предложение с двумя парами слов по выбору. Демели бурда не немели ушахлар. Демели. Так, антоним. Новый, короткий, высокий и горячий. Новый дейриса ушахлар бурда. Старый я забеляли. Ени, тез, кюхне. Ени вя кюхне. Короткий, гюдэй вя я забеляли. Ки, мэсэлэн, длинный. Узун. Длинный. Высокий, мэсэлэн, вя низкий да я забелярий. Хюндур вя, дэмэлэ, кыса, дэ. Так, высокий, низкий. Низкий я забелярий. И горячий, холодный. Исти сойох, дэ, холодный, дэ, я забелярий. Кэлэ, инды буллар надо джумля курах, шахлар. Я злэвки джумля курум, бун надо джумля курах. Мэсэлэн, я забелярий кем? Это новый парк. Это он едет до шахлар. Это новый парк. Бу ени парк. Да. Мысалы, я забелярий. Сонна, я забелярий ки, мысалы, бу хюндур агаш. Это высокое дерево. Это высокое дерево. Это высокое дерево. Мысалы, я забелярий ки, дует холодный ветер. Холодный. Холодный ветер. Я люблю горячий чай. Я люблю горячий чай. Горячий чай. Чур я забеляр сенгез. Беля. Вя ушахлар, бурда биринчи хиссемиз, демели, екун нашир, вя икинчи хиссия, әлбәдәки кечерем. Буны язырсыңыз, сау олун, көрүшәр икинчи хиссада ушахлар.